Это Дальневосточная медиалига. Это история, брат. Наконец-то вы увидите, что такое настоящий футбол. Заберите сегодня свое, то, что вам принадлежит. А, армейцы. Всем привет! Мы рады приветствовать армейских болельщиков. Это влог команды СКА Медиа. Мы добрались до Дальневосточной медиалиги. Давайте заглянем вовнутрь этой кухни, посмотрим, что тут происходит. Президент всей Дальневосточной медиалиги Данил Григорьев. Данил, что нового будет у нас в медиалиге в этом году? У нас новый вид футболистов, они медийные, это те, кто активное участие принимает в съемках контента команды, и их должно быть на поле в каждый момент не менее двух. То есть это говорит о том, что команды должны иметь достаточное количество футболистов, которые так или иначе активны в социальных сетях, для того, чтобы постоянно поддерживать на поле высокий уровень игры. Прекрасно. На самом деле я уже говорил своим ребятам, то, что играет против нас Василий Сергеевич, и для нас это прям легендарный матч, понимаешь? Понятно. Павел Юрьевич, какие эмоции вообще, какое настроение у вас сегодня? В армейском клубе не может быть расслабленности, у нас полная дисциплина, боевой настрой, и вообще в целом в турнире хотим занять самые высшие места и показать свои лучшие качества. Я медийный? Нет, зачем? Да ты мой. Это история, брат. Вот так наш главный тренер готовится к игре. Здорово, бро. Пока никого не знаю. Да, я тоже никого не узнал. Парни, сегодня хороший день, сегодня особенный день. Сегодня начинается наша история. Первый матч, парни, это как первый секс. Не в плане, что обязательно плохо, а в плане... Извините на минутку. Что такое? Проснись ты, в добром вечере, твою мать, что делаешь? Парни, хорошей игры! Парни, теперь, когда нам никто не мешает, я продолжу. Первый матч, он как первый секс. Не обязательно, что плохо. А в том смысле, что вы запомните это навсегда. И с какими воспоминаниями вы сегодня уйдете, зависит от каждого из вас. Вы играете за клуб 77-летней историей. За вас болеет весь Дальний Восток. Каждый из вас классный футболист. Я клянусь, сильнее вас нет на этом турнире. Но сегодня вы не должны быть звездами на поле. Вы должны быть командой, звездой. Вот этой звездой, парни! С какими сегодня воспоминаниями вы уйдете, зависит только от вас. Заберите сегодня свое, то, что вам принадлежит. Вы лучшие! 3-4, СКА! Мага, первая рота! Защищай! 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 Хорош, Саня, хорош! Сергеич, ты как? Ты как, нормально? Давай следующий! Ой, хорош! А на 10-м его проличили, дает замечание. Он по сигналу выходит. Я в следующий раз просто выпущу. Хорош, Леня! Достаточно! Давай, 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 следуй! Вам один! Ковряк! Спирно! Поедь, забивши угол! Два шага вперед! Мальцу, забивши угол! Армейская трехкратная ура! 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 Служу армейская армия! Ура! Едина! Едина! 3-4! СКА! Ника, Ника, терпи! А куда он бежит? Женя, угла! Хорош! Горись! Оль! Играй в середине, не бегай по флангу! Ой, давай! Ой, хорош! Ой-ой-ой! Что за лето, тигр?
Круг, четыре, открылся, принял, раз касание, два касания, три касания, вот так. Эй, отдай заиграть, рэп! Рэп, переоденься в розовое, слышь? Дальняя штанга. А зачем ты вот сюда бежишь? И он сюда бежит. Ты идешь сюда, и он тебе выкатывает один в один. Шиплю, смотри, Овик, у него вот два варианта. Он может здесь раскачать, и потом тебе или сам. И может сюда. А здесь, смотри, ну зайдет он в центр, у него блок. Не успевает. Поэтому надо через «не могу». У нас есть лишний игрок. Боец один. Через него. То, что Юрий сказал, меньше фолу. И так давление на нас идет. Терпи до конца играть, чуть расслабились, все, мы пропустили. Играй вот отсюда и все, и свою. Можешь заходить и левый, и на замахах заходить и решать. От ширины. Давай! Побойся! Пошире! Пошире! Давай! 3-4! Тем не менее, не смогла помешать Богдану со второй попытки забить этот мяч в ворота команды «Добрый вечер». Вар, смотрите. Идет только еще раз. Чисто, точно. На левую ногу. Вот. Что там, даже смотреть не смотрит. На левую ногу просто. Нарушение правил было. Неужели? Женя, подскажи Санычу. Второй дивизион. Вовнять играй, ты что травишь? Врача! Отойдите все! Специально хотел. Ты футболист? Кто больше? Головой в голову сыграл. Ты куда ты смотришь? Слушай, ты договоришься, иди посмотри момент. Я видел момент. Если бы я сыграл в голову, я сейчас не понимаю. Я ни одного мата не сказал, ничего не сказал. За что красный? Я желтую даю карточку, а не красный. Тебе сейчас красный покажу. За поведение. За какое поведение? Если бы я в голову сыграл, я слушай, ну пойдем посмотрим момент. Еще раз посмотри. Куда ты сыграл? Сыграл чисто. Какой между нами? Ты что, не видишь момент? Посмотри, куда ты мяч сыграл. Давайте красная пенальти, зеленая булиты. Булиты бьем. Так, теперь начинает у нас, вы первые бьете. Все, Ром, ты начинаешь. Откуда? Так, вторая пара. Thank you.
Да, вот точно. Армейцы. Подождите домой, а? Погуляли, хватит! Ска! 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 Я впечатлен. Первым матчем была сумасшедшая интрига. Никто не знал, как будет игра складываться, какие составы. Я очень рад, что именно такой матч сегодня получился, чтобы мы сразу поняли, какой тут задают, какую планку задают, какой темп. И вдвойне приятно побеждать. Да, чуть-чуть не дотерпели, но в итоге все сложилось так, как и должно было сложиться, в нашу пользу. Поэтому молодцы, продолжаем работать и, блин, помним, что у нас на груди. Готовы? 3-4! Скоро!